Ордынский детский сад «Радуга» представляет. Мультфильм «Праздник для мамы». Папа! Папа! Папочка, а ты помнишь, какой сегодня праздник? Конечно, сегодня 8 марта. А как мы будем нашу маму поздравлять? Мама каждый день так много для нас делает. Ну да, убирает и стирает. И готовит. А еще и на работу ходит. Надо ей помочь. Сделаем за нее всю домашнюю работу. А я куплю домашние три подарок. Миша уберется в доме. Вытрет пыль, пропылесосит и помоет пол. Ну, я пошел в магазин. А я приготовлю праздничный ужин и накрою на стол. А мы, пожалуй, начнем. А вот и я. Все готово. Праздника, мамочка! Какой сюрприз, спасибо, мои дорогие.